дальше. Центр города. Сиэтл. Не видать уже, да? Сотки чуть меньше трех, ну, более-менее комфортно, когда едешь 100-110-120, еще можно с натяжкой ехать. 130 уже шумновато, крыша высокая, шумит. Пробег 130 тысяч, сзади у нее там мойка есть. Холодильника нет, спальное место, высокая крыша. А вот центр. Такой вот центр города Сиэтла, где зимой постоянно идут дожди. И где холодный Тихий океан. О, бомжи, вот посмотрите. Там тоже, да, вон они живут. Ну, это те люди, которые, не те, которые, как вы, Путин или кто там, наше телевидение говорит, что они бедные. Они не бедные, они просто лодыри. Вон они. Везде, весь город в бомжах. Вон, опять шалаши справа были, да? О, тут все в шалашах. Это же... Короче, люди, которые не хотят работать. Есть вообще здоровые такие мужики. Зато они, здоровье у них железное, они живут всю зиму в дождь и в снег, на улице, в палатках. Вот это здоровье, да? Лишь бы не работать. Так, что показать-то? Чего тут у нас? Ну, полный привод с кнопочкой вот тут вот, да? Полный привод. Понижайки нету, но зато парт-тайм. Задний мост. С этой Sleep Limited Deflock, ну, это мягкая блокировка, которая, как она там по-русски, не жесткая, подключающаяся автоматическая блокировка на заднем моста, а средняя блокировка на раздатке жесткая, да, но понижайки нет и блокировок нет на передних колесах постоянно. Крутятся колеса, что, конечно, на расход плохо влияет, но можно поставить за 500 баксов оригинал от Nissan Atlas, от грузовика эти. Правда, там эти, надо считать, зубья 26-27, сколько там зубьев. Я не открывал, не знаю, на этой машине, на Nissan Homey, Nissan Caravan и на Nissan Atlas грузовичке. Конечно, бы не помешало отключить, когда едешь по асфальту. Че, крутить лишние валы. Зеркала хорошие, обзор хороший. Так. А, обыватель надо долить, да? Обыватель. Дочка, покажи сзади там, да, что там творится. Высокая крыша, да? Сзади там мойка. Все раскладывается, спальник. Такой походная машина. Койко-место или на три, нужно помыться. Утром встал, помылся, поехал дальше, поспал. Отопления у него нет, можно вебаста поставить китайское за 250 долларов. Холодильничек можно, какой-нибудь ящичек. Что еще? Мойка и душ есть. А плитку можно купить за 100 долларов на газу.
торсионы спереди, сзади рессоры, едет хорошо. Не шуршит. Мягко идет. Крепкий Nissan. Чуть-чуть одно крыло там подгнило, а так, в принципе, не гнилой. Бодрый. Еще походит лет 25. Климат-контроля нет, простой кондиционер. Электрозеркала. Вот наклейка. Когда была последняя замена, а следующая замена 132 в Японии. Шакан есть. До 19 года испарился, кончился в сентябре недавно. Ладно, погода налаживается, там горы кругом. Там тоже горы. Кругом горы, короче, окружены в горах. Поэтому здесь дизель полный привод популярный, да, тем более кемпинги до связи.